Видите эту капусту? Помните высказывание? Как прицепился, как банный лист до жопы. Вот это я буду ложить на жопу. Мне сегодня медсестра, которая колола уколы, сказала, что это помогает рассасывать места уколов. Посмотрим, насколько правда. Я их помыла, конечно, они мокрые, но я думаю, ничего страшного. То, что они были в холодильнике, вообще холодные. Видите, как удачно? Как раз наполовинку. Показывать я вам не буду, как я буду это ложить. Посмотрим. Вот у места уколов болят немного. Привет, добрый вечер. Я тут занимаюсь. О, прилипло как. Приготовлением едзения. Короче, это два яйца, помидоры там, вот то польские, те, что я купила, а то в этот кидала в суп. И короче, майонеза чуть-чуть. И типа хлеба так туда лёгнуло. Мне нравятся такие гренки. Прикольные. Короче, сегодня пошла в больницу. Пошла в больницу, взяла талончик к невропатологу. Пошла к невропатологу. Я была вторая по очереди на 8.12. Она мне выписала... Ну, короче, посмотрела мои прыщи, они уже почти засохли. Выписала Лавамакс, 3 таблетки тут. И мазать зеленкой эти прыщи. И что-то еще. А, и нейрокабал, это витамин В12. Ну, дальше пить. Я, короче, зашла. Я понимаю, что у меня что-то происходит с памятью. Ну, то есть я так забываю, типа... Короче, зашла уже, вышла с больницы, вспоминаю, что я не пошла на укол, вернулась, пошла на укол. И, короче, такая забывчатость, это, скорее всего, от тех таблеток, что я пила. Ну, короче, укололи мне последние уколы, что... Короче, укололи мне те уколы последние, что были. И потом я еще допила противовирусные эти, допила последние эти таблетки. И чувствую, мне так как-то тяжело. Ну, вспоминаю, что я ничего не ела. Пошла в столовую, взяла суп и воды. И, короче, ну, и стаканчик сока, и это кусочек торта. Съела вот это, вроде полегшало. Потом взяла, зашла в аптеку, говорю, дайте мне зеленку и палочки ватные. Она мне дает пеленку, уже пробила. И я говорю, так а зачем мне пеленка? Она такая, что вы не видите, что я вам даю. Ну, короче, говорю, давайте мне еще и зеленку. Так что у меня пеленка зеленка. И потом съездила до кумы, она мне намазала эти прыщики на теле. И я думаю, блин, вот это ездится. Постоянно, утром, вечером. Ну, короче, я думаю, попробую я сама. Так выкрутилась, ну, кума ж намазала, там, где зеленка, видно. Просто оно у меня на спине, самой тяжело. Ну, в зеркало глядя можно. Если бы хорошее зрение, так вообще нет проблем. Ну, короче, я сама себя налепала. И чувствую, у меня 4 часа вечера, так голова вся просто болит. Ну, вот так как какая-то вся напряженная. А, выпила вот этот Лавамакс. И мне такое состояние, такое вообще вялое такое. Я, короче, это, легла поспать. Поспала до
даже в 3 часа. Ну, короче, полтора часа где-то поспала, вот это вот встала, и мне так тяжело, трясет что-то. Короче, кое-что напало, типа ослабительного выпила. Ну, короче, потом я не хотела есть, а потом думаю, не, надо и поесть. Вот это погрела своего супа, сделала такие гренки, думаю, и вроде аппетит появился. Ну, короче, сейчас поем. Ну, врач сказала, что все, надо мазать зеленкой, пока не засох. Ну, кожа, шкурка не слезет, это сухая. Ну, так ничего. Вроде ничего нормально. Только вот это лавамамс какие-то, они сильные, иммуностимулирующие. Я не хотела их пить, но думаю, мало ли, может, действительно надо поддержать иммунную систему, потому что операция же там 15-го. Короче, такое. Сестра звонила еще, спрашивала, как я тут. Ну, ничего, нормально, говорю, жива. А сейчас вот это поем, дверь закрыла, я сейчас, наверное, покурю, потому что чувствую, у меня нервозу, представляете? Я чувствую, что меня вот так вот начинает что-то дергать, ну, не то, что там, а просто какое-то раздражение такое. Ну, это потому что я, да, потому что я тут одна, в четырех стенах, вот это оно. Если бы где-то был шумгам, но я дело в том, что никуда не хочу, мне кумас к себе зовет, я не хочу идти, но надо как-то заставить, ну, наверное, пока нет, потому что, короче, не разберет. Ехать куда-то. Короче, и хочу, и не хочу. А, еще спросила за путевки, так мне врач-невропатолог говорит, что в этом году сделали, что только, ну, путевку, вот у меня группа вторая по зрению. Раньше было так, что ты шел к врачу, он тебе писал направление, справку, там, форма 070О, и как сопутствующее заболевание могло идти там какое-то это. Потом сделали так, что типа по сопутствующему заболеванию, то есть ты можешь там группа по зрению, а ты можешь... Тебе, допустим, ты должна пролечиться в больнице, хоть 5 дней полежать. Потом ты идешь по сопутствующему заболеванию и берешь путевку. Ну, справку берешь. В общем, какая-то херня. То так, то так. В этом году сделали министерские путевки эти все. Ну, стали более следить, кому дают. Типа, потому что много таких людей, не сильно нуждающихся. А есть люди после операции, допустим, то... Сказали, что можно только по тому заболеванию, по которому у тебя группа ехать. Ну, а мне по зрению. По зрению, по сути, что у меня по зрению? Ну, тут можно так сказать, что у меня же иммунная система ослабленная, а, собственно, это влияет на все. Ну, то есть, в принципе, нервная система тоже. Ну, короче, буду узнавать. После операции, я думаю, стопудово мне должны дать путевку, потому что... После операции по-любому, ну, для восстановления. Пускай там даже просто я буду ходить на какие-то душ циркулярный или там ванна какая-то, или еще что-то, ну, и просто дышать воздухом уже оно полезно. Вот так вот. Ну, и среди, как говорится, бабушек, дедушек, хотя там сейчас уже я не думаю, что сильно бабушки, дедушки. Ну, короче, насколько я помню, в санаториях либо старики совсем немощи, ну, не совсем, а так себе. Либо какие-то начальники, у которых, если это по нервам, ну, у которых уже нервы сдали. Ну, я просто замечала, что такой контингент. А некоторые постоянно ездят, постоянно. Они каким-то методом выбивают себе путевки и постоянно там в санаториях, каждый год. Ну, кто за деньги может даже, если хороший санаторий там лечебный. Короче, буду как-то пытаться. Но состояние странное. Но я думаю, это от лекарств, потому что столько их уже жрать, так что я хотела. Но в любом случае, польза есть. Герпес прошел. В тарелку. Короче, и все хорошо, а будет еще лучше. Ну все, буду есть. Но не могу, уже есть хочу. Сделала себе такой десерт, банан. И... Такое запущенка с этим, с какао.
потому что голова болит, так надо немного сладкого. Голова. Сейчас, короче, пересматриваю видео всех блогеров. Все как раз много видео навыпускали. Спасибо им. Интересно смотреть. Разные жизни, разные судьбы. Мне нравятся такие обычные блоги. Ну, каждый, кто где находится, кто что делает. Ну, в основном это иммигранты в Америке. Ну, интересно смотреть людей. Все, буду есть.